дистанции четверг первочей. Каждый думает, что он-то побойчей. Я решил в честь Пекинской олимпиады сделать попурри из самых популярных спортивных песен. Предварительная версия ушла. И еще одно обстоятельство, которое меня привело сегодня именно сюда. Все-таки ближайшая станция метро у нас Таганская. А всей Таганки, как известно, витает дух Владимира Семеновича Высоцкого, с которым мне случилось, пока работал над попурри спортивных песен, очень веселая и очаровательная история. Взял в охапку 4 его спортивных песни. Кстати, это единственный из всех шансонье, у которых хоть как-то звучит спортивная тема. Ушел Высоцкий, ушла из шансона спортивная тема, к сожалению, такова печальная реальность. И начал строить видеоиллюстрации к 4 достойным внимания спортивным песням. И так получилось, что крупно повезло. Историю написания одной из них, которую я в течение 2 часов искал видеоиллюстрации, все-таки надлежащую видеоиллюстрацию к ней нашел, и получилось так, что эта видеоиллюстрация оказалась ключом к разгадке написания этой песни. Отважусь. Об этом речь идет в моем последнем статусе в социальных сетях. От плечей, и летит уже четверг первочей.